Полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр-Воронцов. 25 декабря, и это вечернее осознание Марии. Мой день сегодняшний, он был днем разбора полетов, днем анализа себя и понимания, что происходит и как надо действовать. И мои осознания за сегодняшний день следующие. Первое. Необходимо быть благодарной за все, что у тебя есть уже сегодня. Все, что ты имеешь, где ты находишься, в какой ситуации. Необходимо наполниться благодарностью за все, что у тебя есть сегодня. И только наполнившись этой благодарностью, можно дальше чего-то желать большего. Невозможно получить больше, не наполнившись благодарностью за то, что ты уже имеешь сейчас. Это такое золотое правило. Правило закона притяжения. Это база, с чего все начинается. С чего начинаются твои хотелки и получение достижения твоих хотелок. Осознание номер два. Когда ты просишь чего-то у Вселенной, у Творца, у кого угодно, у человека, необходимо быть в позиции именно просящего. Когда ты просишь, будь в позиции просящего, не требующего, не давящего, а просящего. А если ты женщина и просишь чего-то у мужчины, запомни, у мужчин нужно просить совета и помощи. И только в этой ситуации он будет готов взять за тебя ответственность, помочь тебе. Только так. Если ты давишь, требуешь, ничего не получится. Следующее. Всегда будь готова принять любой результат, каким бы он ни был, что бы ты ни получил. Принять и поблагодарить за него. И это легко сделать, если ты уже наполнилась благодарностью за то, что у тебя есть сегодня. Тогда тебе будет это легко сделать. Только вот такая позиция смирения за любой результат, который, какой бы ты ни получила, она будет принята правильно человеком, у которого ты что-то просишь. Только когда ты находишься в такой позиции смирения, тебе хочется помочь, другому человеку хочется тебе помочь. Следующее. Когда ты чего-то захотела и думаешь о том, а как бы это попросить, не допуская в своем уме негативных ситуаций, негативного развития событий, думай о том, что ты это получишь, и визуализируй это, визуализируй, что это будет. Не надо рисовать негативный вариант. Их жизнь тебя сама нарисует. Но при этом ничего не ожидай. Позиция, когда ты чего-то ожидаешь, она всегда приводит к разочарованию. Чем больше у тебя ожиданий, тем больше у тебя разочарований. Поэтому ничего не ожидай. Вот такие мои выводы и осознания за сегодняшний день, они по сути все о том, как быть в позиции ученика и как пользоваться законом, как не пользоваться, извините, использовать, применять закон притяжения в своей жизни. Благодарность, позиция прошения, полное смирение, готовность принять любой ситуацию, любой результат. И это не есть все, это не есть полный набор, но это вот то, что меня сегодня лично удивило. Удивило и запомнилось, и то, что я собираюсь использовать в своей жизни. И я считаю, что это должен знать и использовать каждый. И по осознаниям за сегодня у меня все, и это была полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Мы живем на яркой стороне. Живите в радости, любви и благости. Мы зажигаем звезды на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, что ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сегодня.